холодный фронтальный раздел, который прошел территорию края и сейчас располагается в южных районах Краснодарского края. За этим холодным фронтальным разделом сместился более холодный воздух Московской области, территории Белоруссии. И прохождение фронтальных разделов увеличило облачность, и прошли осадки по территории Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье. И до 24 числа погода будет неустойчивого характера, температуры воздуха будут колебаться. Ну, еще мы ожидаем вот очередную волну холода, которая должна к нам приблизиться с 19 на 20 число. Затем температура воздуха начнет постепенно повышаться. Только лишь с 24 марта достигает это 16-14 градусов. А по 21 марта они будут от 5 до 7 градусов. Дневная температура максимальная в районе Анапы.